Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 3. Новинка, что здесь в плане? Мне все заново, что ли, придется теперь, или что? Ё-моё. Да, ребята, у нас все обнулилось, и мне теперь придется все это заново проходить. Ладно, я не против. Ну что же, у нас моргает с вами и здесь, ну тут, смотрите-ка. Нам хотят тонко намекнуть, что здесь ты можешь выиграть пиньяту. Ого, 190, 140, 150. Ну давай попробуем, наверное, вот с этими зомбарями справиться, да? Кто у нас тут? Ух ты, это что-то новенькое, по-моему, да? А, нет, это типа невидимка. Ну мы все прекрасно знаем, да, как с этими невидимками теперь справляться. Просто ставишь орех, она начинает его бомбить, и в этот момент мои... А растение, как говорится, начинает ее ушатывать. Ух ты, а там какая-то новая зомби. Зомби-радуга. Ну что, поехали? Да-да-да-да-да, мечтай, конечно. Ага, разогнался куда. Давай, бамбук-базука, ты мне здесь тоже нужен. Кстати, мы хотели с тобой посмотреть, как у нас работает кто? Груша, мы ее недавно получили, но потестить, по-моему, еще не потестили, поэтому... Вот сюда мы поставим и проверим. О, тихо, тихо, что я делаю-то? Ё-моё, ты посмотри, я бы сейчас тут сфейлился бы. Тут у меня никто не стоит, а зомби спокойненько себе проходит. Но мы только что увидели, как действует у нас груша. А так у нас действует попкорн. Хе-хе. Easy nice. Так, внизу у нас, кстати, никого нету. Поэтому я туда тоже, наверное, поставлю маленький наш попкорн. Так, кстати, время для таку сейчас будет у нас. Орешки я вот сюда вот выставлю. Так, я помню эту крейзи. Ну-ка, бомбани ее. Найс, просто ушатал сразу, без проблем. Ну что, давай-ка выставим. У нас, кстати, три таку, как мы помним, да? И это очень круто на самом деле. Я готов? Погнали. У нас листочек. Я буду ставить сюда еще кукурузу, ну, для того, чтобы вот так вот, чтобы они стояли здесь и обтекали. Так, может быть, сюда кого-нибудь влепить? Так, тихо. Ну, этого мы подобьем, в принципе, без проблем. Все у нас здесь идет. Вот, вот, новый вид зомби, ребят. Зомби-радуга. Ну, я тебе могу сказать, она ватная. Хе! От нее толку вообще никакого. Что он тут? Вот, вот здесь, да, вот здесь вот может быть проблема. Но так как у нас с тобой есть... Слушай, ну это... Навряд ли это груша, это вроде как кабачок. Но он выглядит, конечно, немножко странновато. Давай сделаем с тобой арт-обстрел. И зря, зря я его сделал, конечно. Не вовремя и в ненужное, как говорится, время. Так, что у нас там? Что это за звук такой? Эй-эй-эй-эй-эй-эй, тихо, не надо. Не надо свои вот эти вот... Погоди, а в чем прикол? Он их выпускает, да, вот эти вот пончики. Они даже не успевают ни докуда доехать. И все. Забираем, конечно, наш реворд. Я не понимаю смысла от этих пончиков, которые выезжают на арену. Мы их даже не успеваем разбомбить, а уровень у нас уже пройден. В чем прикол? Без понятия. Так, ладно, давай смотреть, что у нас дальше. Открываем. О, бонг-чой может у нас улучшиться. Так, баттеркап тоже, кстати, улучшится. О, это кто такой? Спайквит. Хм, это у нас что-то новенькое. Так, ну, во-первых, бонг-чой, естественно. Подожди, нам надо его улучшить. Мы с тобой апгрейдим. Вот так вот. А теперь я хочу глянуть, где. Вот он. Новичок. Место поставим мы его вместо кабачка. Ну, нам просто с тобой нужно посмотреть, кто он такой и что он может делать. Жалко, конечно, что у нас тут очень какое-то сильное ограничение. Всего 6 я могу брать с собой растений. Но ничего с этим не поделаешь. Давай-ка попробуем, может быть, что-нибудь посложнее. Вот здесь, например, поиграть. Ага. Вот она. Почему она девушка радуга? Потому что она это... это певец. Ну, певчиха, короче, идет.
Ладно, давай-ка мы, наверное, ротик-то быстренько прикроем на пару снарядами-то. Я думаю, да? Ферма, ферма, да, ферма наша. Дэйв сидит за фермой и делает для нас шашлычки. Ну, а мы с тобой продолжаем веселиться. Нет, парень, нет, парень. Это не зомби пришли, это растения вас позвали, чтобы раскромсать. И давай посмотрим заодно, что это, вот, что это такое. А, это шипастая лужайка, просто она выглядит вот так вот, да? Сейчас мы заодно и проверим, что она будет делать. А пока будем выставлять растения. Лужайка, ты будешь что-нибудь там делать? Ну да, вот, видишь она. Выставляет вот так вот шипы. Ну, в принципе, неплохо. Но опять же, друзья мои, урон, ну, детский урон. Неоправданный. Не знаю, в чем прикол. Тут, по идее, вот я заметил, да, можно играть, что такое, ограниченными, как это сказать, ограниченными растениями. То есть мы берем, например, с тобой базуку, да, берем, например, наш попкорн и орех. Все, больше здесь тебе никто не нужен. Так, тихо, это кто такой? Эй! Эй! Что? Что ты делаешь? Ну-ка, давай-ка артобстрел. Что-то она, ребят, чудит. Танцуля тут идет мне, понимаешь ли. Давай, ее обстреливаем. Все, да выпендривалась. Прошли, да? Первую стадию. Давай тогда, наверное, с тобой вот здесь вот понавтыкаем нашего тако. Ну и я готов. Я готов. Орехи, да, орехи выставляем. Все как полагается. Но зомби здесь посильнее. Именно поживучий. Я вот что заметил. То есть, короче, то, что мы с тобой выбираем, это получается вот 190, это как бы сила зомбарей. А вот оно что. Видишь, с базуки мы с тобой не уничтожили сразу зомби. То есть сделаем выводы, они становятся крепче. Теперь все понимают, вон, ползет эта тако-невидимка. Давай, раскрывайся на нашем орехе, и мы будем тебя уже, как говорится, тут бомбить. Тут у нас... На шариках зомби. Ну, в общем, все по стандарту. Сейчас, кстати, мы уже с тобой и, в принципе, уровень пройдем. Потому что осталось совсем... Ах, тихо. Давай-ка мы вот сюда шипы с тобой влепим. Я не знаю, что делают ее на вот эти вот брызги, которые она выпускает. Вот смотри, вот эти вот звездочки. Ну, по-моему... Да, по-моему, от них толку никакого. Вон она лежит там. Раскумаренная. Ну, 4 звездочки, как с куста. Ох ты. Неплохой ревард мы с тобой получили, кстати. Но вряд ли, конечно, мы кого-то сможем с тобой проапать. Будем просто двигаться дальше. Если мы сейчас зачистим с тобой вот эту всю территорию, да, первую, где, как говорится, наша ферма. Звездочки мы копим. Вот остается здесь последний зомбарь. Здесь у нас будет с ведром, здесь у нас будет с присоской, да, зомбариха. То есть я даже не вижу надобности кого-то нам менять на кого-то. Такой же состав и пойдет. И поверь мне, все у нас будет тип-топ. Сейчас мы будем в этом лично убеждаться. Но начинаем по стандарту, да? Как говорится, попкорн плюс наш базука бамбука. Давай вот так вот сделаем. Тут уже враги послабее. И ты видел прекрасно, что бамбук базука сносит просто зомбаря с одного выстрела. Так, выставляем. Как мы с тобой лишний раз убедились, да, что попкорн уничтожает и свою, как говорится, дорожку, и дорожку, которая идет повыше. То есть у него получается как бы двойной обстрел. В чем, в принципе, большое преимущество перед бамбуком. Ой, перед, да, бамбуком-базукой.
Потому что базука только лишь свой ряд простреливает, ну и перезарядка очень долгая. А у попкорна, ну, в разы быстрее все это дело происходит. Тихо! А чё с моим пареньком он завис? Так вот, да, говорите, применить? Он где-то... То ли она его куда-то сдвинула, то ли... В чем проблема? Не пойму. Ну? А, ну да, он просто в воздухе застыл. Ладушки. И хотелось бы, конечно, мне посмотреть, что же делает, например, кабачок на ульте, да? Ну и, конечно же, что делает у нас вот этот вот шипастый парень, да? Шипастая лужайка. Ну, хотелось бы, конечно, посмотреть, но... А мы можем... Вот, мы можем сейчас посмотреть. Ага, ага. Он просто простреливает весь ряд шипами. Ну, это как в какой части у нас? Во второй, по-моему, да, он так же делает. Тихо. Мы же не видим, да? Мы же пока его не видим, пока не поставим орех. Я совсем забываю про них, что они здесь существуют. И как только она проявляется, мы, естественно, начинаем ее расстреливать. Да поэтому в наших интересах, чтобы орехи стояли практически везде. Опа, это что такое сейчас было? Что это было сейчас, не понял я. Ага, захотела чего? Не тут-то было. Ну, давай вот сюда поставим орех. Нет. Родные мои, вы серьезно? Ой, тихо. Арт-обстрел. Тыдыч. Даже чувак с ведром на голове, зомбарь этот, не выстоял против арт-обстрела. А что нужно, чтобы получить 5 звездочек? Вы мне объясните, или это вообще нереально заработать? 37 монет и 5 карточек на тоже на шипастого парня, да? Этот у нас, который перед собой выставляет шипы. Ну хорошо, давай смотреть дальше. По идее, мы с тобой ферму нашу защитили. Оки-доки. Так, что у нас тут? Кстати, вот у нас босс же. А как вот интересно с ней драться? Я хочу, конечно, посмотреть, как это все происходило бы. У нас... Ой, что-то у нас на почту там пришло. Ничего хорошего, да? Ладно. Так, ну что, мы с тобой здесь зачистили. У нас остается только лишь вот здесь. И тут у нас 190, 160, 180. Это, я так понимаю, уровень зомбарей. А могу ли я вот сюда вот пойти и подниматься выше по этажу? Могу. Ого. Доквуд. Это у нас пес какой-то. Слушай, давай посмотрим, ребята. Давайте посмотрим, сыграем. И, видимо, у меня здесь будет какое-то ограничение, да? Так, что такое? Написано, нажмите, чтобы узнать детали. Ну и чё? Непонятно. Смотри, у нас тут... А это кто такой? Шахтер. А это... Дед с бомбой. Да еще и на роликах. А мне по барабану. Мне по барабану, я все равно ушатаю. Слушай, кстати, блин, наверное, мы с тобой сделали небольшую оплошность. Невидимый враг, который будет у нас под землей пробегать. Как мы его будем контрить? Если только шипастой вот этой вот дорожкой. Ну, как вариант. Попытаемся, да? Пока мы с тобой вот так вот все повыставляем. Опа-на. Не все так просто. Ой, как не все так просто, ребят, смотрите. Крепкие здесь зомби, однако. Угу. Так, а вот идет, бежит. Че? Блин. Понял, что он сделал? Офигеть просто-напросто. Взял, перелетел, да? Блин, тут, кстати, совсем все не смешно. Потому что здесь и шарики у нас. В общем, посмотри, как нам долго приходится его разбирать. Да. Мало радости-то здесь. Надеюсь, успеем ушатать его.
Так, бабка-бегунья выбежала, а нам все-таки нужно с тобой выставлять. Все, что ли? А, это только первая стадия пройдена, ага, все, обрадовался. Так, выставляем на попкорн, выставляем на базуку и на кукурузу. Все, я готов, поехали дальше. Поехали дальше. Значит, на всякий случай я буду выставлять здесь кукурузой. Мы еще с тобой не видели шахтера этого, который тут должен где-то ползать. Вижу здесь шарик. Вижу шарик, а это значит, что нам нужно с тобой либо кукурузу, либо попкорн. Давай, родные мои, бомбим. Бомбим по ним. Так, слишком много тут всяких этих летающих. И опять, ребята, этот ханорик, смотри. Мы его сейчас просто задержали, он сейчас прилетит и съест кукурузу, поверь мне. Бедная моя кукурузка. А, соответственно, и попкорн дальше слопает. Тихо, я же вот это вот... Господи, как же так-то? Фу, подбили мы его. Тут вот стоит кого-то немножко пропустить, и все, ребята, и сразу фейл. И смотри, опять сейчас прилетит, да, чудище-то это лесное, блин. Ай, дурило. Так, погоди. Бабка что-то этот как-то слишком быстро двигается. Так, давай мы с тобой, наверное, так вот зарядим. Найс. То есть вот этот дед на самом деле очень и очень противный. Вот этот именно дед, который появляется, который перелетает, так скажем, наше растение, да, и начинает тут шороху наводить. Это противно, конечно. Но еще шахтер где-то должен быть, я почему-то его не вижу. Это меня как-то немножко смущает. Да идите вы в пень опять, смотри, что будет сейчас. Опять эти два деда. Два деда уже прилетели. Арт-обстрел. Я делаю арт-обстрел. Все, они меня достали. Че, съели? Вот так-то. Любоваться думают, что я на них еще буду тут. Конечно. Так, это первую мы с тобой прошли, да? Ну что, следующая битва. То есть нам нужно с тобой три битвы сделать, чтобы получить золотую эту пиньяту. Хорош там шуршать. Покажите, пожалуйста, кто у нас здесь будет. Ага, не показали. Значит, здесь тот же самый состав, да, будет. Хорошо. Хорошо. Если этот дед летун, так его назовем, да, перелетает отсюда именно на последнюю клетку, значит, нам здесь нужно кого-то такого выставлять. Типа вот шипастой дорожки или еще что-нибудь в этом роде, да? А что такие крепкие-то? Смотри. Практически доходят уже до нас. Мне это не нравится, такой расклад дела. Так, опять этот, ну ты посмотри на него, вон он. Ну, на шипах отдуплись. Отдуплись, я тебе говорю, на шипах. Шипы, ну почему вы такие медленные? Он сейчас съест, да? Он съел. А мой маленький попкорн. Ладно, что, финальная волна где? Где, кто, что тут собирается идти на нас, нападать? Я вижу. Я могу, в принципе, применить арт-обстрел. Но не буду в данный момент. Ну, не вижу в этом пока надобности. Лучше мы с тобой... Так, подожди секунду. Не хватает энергии, блин. С этой энергией вечная какая-то проблема. Но... Забомбили. Все, давайте применяем с вами... Тако. Что такие дикие крики? Применяем с тобой тако. Вот таким вот образом. И продолжаем. Идет зомби с собакой, да? Угу. Мы его сейчас встретим здесь. Роднулечку. Так, вот здесь надо будет нам поставить нашего попкорна. Наверное, да? Я думаю, что это оптимально будет. Или можем с тобой вот так вот сделать. Арт-обстрел. Замечательно. На первое время сгодится. На первое время сгодится. Главное, чтобы здесь не было этого шахтера, потому что мне почему-то кажется, что шахтера мы с вами не сможем здесь сдержать. Смотри, этот дед опять. Ага, получил свое. Дед. Хлыщ.
Думал, пролетит здесь. Но мы его подбили. Так что все у нас пока хорошо, все под контролем. Обстрел тотальный. Здесь шипы поставим с тобой. Так, последняя волна, что ли, нам показали? Или что? Кто что там собирается у нас? Ну опять этот дед. Блин, он еще живучий такой, а ты посмотри. Арт-обстрел. На-ка, выкуси. Меня этот дед напрягает больше всех. Больше вот пока остальных зомби. Серьезно, тебе говорю. Что там такое? Пигвин Плунге. Птички тут еще, смотри, прилетели. А, тут, наверное, еще будет дед хлебные крошки. Где этот дедулит? Кто это такой? А, угу, понял. Смотри, 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 смотри. Мы его не видим. Он сейчас вылупится, да? И что он делает? Что он собрал? Опа, такой довольный. Появился, ё-моё. Появился, не запылился. Ты прикинь, сколько у него там... Серьезно, что ли? Вот столько здоровья. Эй! Эй-эй-эй-эй! Арт-обстрел, срочно! Срочно арт-обстрел, эй! Блин, да этот хмырь очень крепкий. Дай-ка я его, наверное, попробую с базуки накрыть. Ну! Да. Короче, ребят, тут у нас с вами ломается полностью наша стратегия. В чем? Нам приходится, мало того, что от зомбарей, которые спереди идут, да, защищаться, так еще и сзади, которые нас прижимают. Так, смотрим, здесь опять эти попрыгунки. И знаешь, что самое противное? Что я не знаю, чем их подбивать. Нет, можно было бы, конечно, грушами, наверное, да? Поставить грушу или кабачок. Ну, например, стоял бы и бомбил бы. У нас же нет с тобой еще пока двухстороннего этого горохострела. По-моему, нету. Что за звук такой, ребят? Как будто кто-то летит. Слышишь, да? Как будто пламя где-то. В игре, видимо, звуковой фон остался еще, я не знаю, там, от чего-то. Так, опять этот хлыщ, а? Ну, достал он. Ну, я серьезно говорю, он меня достает просто. Вот достает и все. Вот как вот я его должен здесь бомбануть? Он сейчас сожрет. Естественно, сожрет все. Ну давай вот так вот будем бомбить его. А что делать-то? Я не вижу другого варианта. Сейчас они арт-обстрел сделаем с тобой. Опа. Арт-обстрел очень хорошо помогает, я смотрю нам. Так, тихо. Тут нам нужен кто? Вот кто нам нужен. Давай вылази оттуда, мы будем тебя расстреливать. Мы будем тебя расстреливать. Дальше с этим наверху мы зомби разберемся. Давай-ка я сюда вот еще шипы поставлю. Блин, наносить бы нам урона побольше. Но мне кажется, если мы прокачаем, да, очень хорошо, например, вот эту вот нашу шипастую дорожку, вот эту вот дорожку, лужайку, то будет все хорошо. А пока... пока все очень плохо. Так, первую волну мы с тобой якобы прошли. Давай расставим приоритеты. Ну и продолжаем. Поехали. Ты сейчас дам зомби. Зомби пришли, он говорит там, ага. Так, я думаю, что, наверное, нам надо сюда еще пару кукурузов влепить. Так, а что? А, у этого-то, ё-моё, нету здесь никакой защиты у нас. Дай-ка я попробую арт-обстрел сделать. Чётенько. Все пока хорошо, пока. Давай. Блин, кто у нас идет? Гости, гости явились. И, блин, не запылились. Так, у нас шарик здесь. А, смотри, наверху-то, ребят, тоже нет у нас защиты. Он летит безнаказанно. Вот эти шипы вообще не наносят урона вот этому зомби сильному. Просто вообще по барабану. Так вот. Давай арт-обстрел, пока не поздно. Зашибись. А этого не надо было уничтожать, да, я так понял? Этот у нас обособленный зомби какой-то. Ему что, особое приглашение нужно или как? Вон дед хлебные крошки идет. Друзья мои, дед хлебные крошки идет. Давай арт-обстрел, срочно. Незамедлительно. Слушай, ну вот этот тут шахтер очень, очень сильный. 1500 у него, да? ХП или очков, я не знаю, ребят. Но хлеба этого завалим, деда хлебного.
Да, умудрились. То есть я себя чувствую как-то немножко, ну, хилым. Ну, что нам здесь? О, нормуль. Замечательно. Шикарно. О, звездочка фруктовая нам досталась. Она, наверное, так же будет, да, как и... как и прошлые растения, так же бомбить. Ну что же, типа клика листочек, и вместо обычного растения будет супер ульта. Отлично. Ну что, я хочу протестить звездочку эту. Что ты мне тут рассказываешь? Доктор Эдгард Зомбас. Ну что ты, что ты? Опять меня тут пугаешь? Открыть. Ивенты, Доквуд. Что там загружается у нас опять? То есть открыл я что-то себе новенькое? Ага, ивенты, так подожди-ка. Блин, не могу, ребята. Пока мне тут не объяснят, я не могу никуда в другое место рвануть. Нету пока ивентов. Я даже не сомневался в этом. Так, ну, во-первых, я хочу, ребята, улучшить вот эти вот наши растения. Да? И кто у нас там еще? Кто-то еще же, по-моему, у нас может улучшиться. Вот, конечно же. Давай. Нормуль. Так, погоди-ка, нормуль. А ведь показано, что еще. Еще, а кто? Я не вижу, ребята, больше никого. То есть, больше я никого не могу. Так, что у нас тут? Я могу взять два ореха купить, да? Это вот, ох ты. Тут сколько? Один? Он один стоит 320 монет. Но это эпик, как ни крути. Слушай, вот здесь вот мне немножко непонятно. Что они хотят сказать? Это я не могу сделать. А где вот эти вот брать листочки? 250 листочков есть, и ты сможешь улучшить какую-то следующую ульту, что ли? Хм. Ладно. Значит, я хотел взять звездочку. Взять звездочку я возьму вместо вот этой вот лужайки. Вот. И ты видишь, да? Тут показано, что она не может бить по невидимым. Остальных, в принципе, всех. Летающих бьет, да? Там силовых, надгробия. Зомби, которые там из-под земли или что это. Обычных зомбарей. А вот здесь вот почему-то, что это означает? А, она не бьет тех зомби, которые То есть она не может навредить зомбятерам, которые не могут через тебя перепрыгнуть, короче. Как-то так. Так, у нас что тут, ребята? Что-то новенькое, что ли? Тако-парк. А, я могу еще улучшить. Фига, 900 монет. То есть теперь у меня 4 тако, да? Я могу 4 раза улучшать. Давай посмотрим, что у нас здесь с тобой. Так, базовая пиньята. Да ладно тебе. О, скоро этого можем прапать. Отлично, в принципе, неплохо, друзья мои, неплохо. Очень доволен. И давай смотреть дальше. Так, а тут-то у нас что? Реворд. Кстати, я хотел вот пройти бутылочки, помните, да? Говорил, если у меня будут бутылочки. Ох, смотри-ка, я могу. Давай-ка вот здесь вот посмотрим. Что вот это вот? План фуд. Плюс еще одно семя. Дамажи буст 900%. Плюс 900%, нифига себе. Нехилый такой парень, ладно. Остается только лишь его протестить. Ну что, погнали, наверное? Или мы можем с тобой в башню зайти? Так, секундочку. Это если ты пройдешь, ты получишь золотую пиньяту, да? Ну, у нас с тобой вот здесь вот проблема. Ладно, давай здесь пройдем. Начнем вот с самого сложного. Тут у нас действительно будет сложно. Нам показали там хлебного деда. Показали нам эту танцовщицу. Шахтера здесь нам показали. В общем, пострадаем сейчас с тобой по полной программе. Ну что, поехали?
Хотелось бы, конечно, посмотреть, что мы с вами сделали вот с этим парнем. По идее, мы его должны как-то улучшить были. Но вжаривает он нормуль. Нормуль. Звездочку, конечно же, звездочку посмотрим. Ну да, да. Ребят, звездочка, как и во всех играх, именно распускает свои эти маленькие выстрелы в разных направлениях. Куда угодно, только не по прямой, да? Куда угодно. Ну, в принципе, ребят, ничего плохого нету. Вот ее ставишь за орехом, и она довольно неплохо бомбит ряды. Причем не только которые у нас спереди, но и которые... Эй, которые сзади. Так, погоди, 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 роднуля. А что ты сделаешь с орехом? Просто начинаешь его кушать, да? С превеликим, так сказать, удовольствием. С превеликим удовольствием. У меня, ребята, видите, какие тут проблемы. Я пока тут с этим, с этой звездочкой-то бегал. У нас проблемы посерьезнее здесь. Но, подбили. Арт-обстрел. Нормуль. Так, сейчас мы ее ушатаем. Все. Так, у нас выполнено. И у нас уже 4 таку. То есть мы с тобой вообще как ульта сейчас будем. Все, готов, погнали. Кукурузку тут, все, все как полагается. Все по стандарту, ребят, будем вставлять. Надо нам, кстати, на верхний ряд тоже что-то там поставить. Потому что наверху у нас все-таки мощные взрывы-то там происходят. Эй. Тут только кукуруза, ой, бамбук. У нас нету тут такого. Ать, ать. Смотри, смотри, смотри. Хе! Даже ничего не успел сделать, сосунок. Мы его быстро расклепали, этого деда, который тут летать собрался. Летунок. А, ну я понял, почему мы так бомбим. Шахтер, ядрить его на корень, а. Ай, сейчас начнется, а. А он оглушен почему-то. Ну, естественно, естественно, он сейчас уничтожит. Бедняга. Звездочки не хватало, да? А звездочка хоть наносит урон? Смотри! Звездочка вообще его кромсает, не кисло. Ты прикинь? Значит, вот у него слабость к кому? К звездочкам. Опачки. Шарп-дракон, неужели нам достается, а? Это будет прикольно, если он у нас появится. Мы все прекрасно помним, да, что он может 3 линии поджигать. Может быть, здесь, конечно, немножко по-другому. Сейчас мы с тобой глянем. Так, новый вид. Где? Где у нас этот? Вот он. Как тебя звать? Так же? Шарп-дракон или... Да, ребята, Шарп-дракон. Убираем с тобой мы, наверное, здесь нашу шишку, потому что я ей сейчас, по-моему, не пользуюсь. Вот так вот. Оки-доки. Ну что, давай пойдем дальше. Так, тут у нас летающий. Опять же тако. Опять же дед-шахтер. Короче, против зомби-шахтера очень хорошо ставить звездочку. Ты сам прекрасно видел, как звездочка просто его раскрамсывает в 5 сек. Никто не наносит столько урона, как именно она. Ну, я готов. Поехали. Давай, не надо мне тут рассусоливать. Ну что, ну что, ну что, ну что ты, что ты, что ты, что ты, роднуля? Так, а можно посмотреть, как шарп дракона работает? Ой, это не то, ребята. Это не то. Я хотел шарп дракона поставить, посмотреть, как он, ну, бомбит. А, видишь, немножко не то сделал. Чуданул, так скажем. Ладно. Бамбукамен справится, я думаю, да? Мы с тобой вначале по всему периметру поставим вот эти вот наши попкорны. Попкорны, я не знаю, надо ли нам ставить здесь орех сейчас в данный момент. Вроде бы и так неплохо все идет. И вот сюда вот, все. По одному у нас редку... А, вот здесь вот плохо, вот здесь плохо, потому что... Если пойдут летающие, естественно, наш... Да, и здесь я тоже про этих забыл. Что их обязательно нужно контрить. В обязательном порядке.
Кто там мозгов опять захотел? Кто там прошептал? Я не вижу. Покажи, покажи свое лицо. Ты что ли? Вот это мелочь. Все, она отдыхает. Угу. Выполнили миссию. А видишь, я не могу, ребята. Он уже получил улучшение, когда мы подбили вот эту вот зомби-таку. Полетело какое-то семя, да, и вот попало на наш попкорн. И теперь он светится. То есть я уже как бы автоматически улучшен. И мне остается только улучшить тех, кто еще пока не, как говорится, не пробафан. Ну что, поехали. Шарп дракон-то я посмотрю, что делать. Но он стоит, кстати, не кисло, между прочим. Ну-ка. Да, 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 друзья. Все то же самое, что и во всех играх. Запускает волну, которая атакует именно три дорожки. Так, этот дед. Артобстрел. А зачем? Мы деда уже ушатали. Как-то быстро мы его нахлобучили, между прочим. Так правильно, у меня там... Тихо, тихо, тихо. Вот здесь вот бесполезно. Здесь нужен, естественно, орех. О, видишь, прилетело. И еще улучшилось у нас. Финальная волна. Вот. А, у меня звездочка не стоит. Слушай, а если мы с тобой, знаешь, что сделаем? Давай попробуем. Но умоляю. Нет, по-моему, здесь просто сам по себе вот этот дед-шахтер-сосунок. Он не должен так разбираться на изи. Так, три шишки и 39 монет нам достается. То есть, получается, здесь нам надо пройти всего лишь еще один уровень. И будет зачистка, зачистка этой территории. Верно? Верно. Ну что, погнали. Тут у нас кто? Дед хлебные крошки, зомбиха, так, зомби-така и наша звезда, да, которая у нас с микрофоном идет, поет и светится как радуга. Я готов ее встретить и нахлобучить, конечно же. Ну, почесали. Начинаем с нашего попкорна. Угу. Все у нас под контролем, все четенько. Как нельзя лучше. Так, вот сюда я, наверное, могу поставить шарф дракона. Так, а урон? Слушай, ну урон такой средний, ребят. Не скажу, что имбовый прям, но пойдет. Пойдет. Так, что у нас еще? Нам надо с тобой защищать абсолютно все дорожки. И желательно именно попкорн. Почему попкорн? Потому что, ребята, он может и наземные цели подбивать, и воздушные. Вот и все. В принципе, это может сделать и кукуру... Ой-ой-ой-ой-ой. Я совсем забыл про этот тако. Все время забываю про него, а. Так, накрыли. Сразу, видишь, автоматически только убили, и она кинула улучшение на мой орех, и он уже улучшен будет. И, кстати, я хотел посмотреть, что же все-таки... А, он летает теперь на постоянку? Ты серьезно? Да, ну быть такой не может. Да, ребята, он, смотри, он летает. Вот это, ну, это нормуль. Меня устраивает. То есть, а воздушные цели он тоже может подбивать? Или как? Или в чем прикол? Так, ты там успокойся, пожалуйста. Звездюля орет еще там. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Сейчас мы ее ушатаем. Дооралась, все, готово. Ульту я, с вашего позволения, гляну. Такая же, да? Выпускает огонь, который наносит наносит урон по области. Ну что, парк-трик. То есть ты хочешь сказать, что сейчас кто-то там... Тихо-тихо-тихо-тихо, голубятня. Не надо мне тут. Выбешили. Окей. Ну. Финальная волна, я готов. Я готов. Тут, кстати, шахтеров не будет. Тут будут вот эти вот дедушки хлебные крошки. Или дедушка голубятня. Или как его еще называть.
О, Шарп-дракон, понял, что он делает? Он просто одним вот этим своим дыханием уничтожает всех этих голубей, которые там вылетают. Прикольно. 5 звездочек я, наверное, никогда, да, в жизни не получу, по ходу дела. 41 монетку всего лишь дали мне. Че так скудненько-то? Я столько старался, а мне всего лишь 41 монетку дали. Молодцы, красавцы, ничего не могу сказать. Ну что, давай посмотрим, что у нас. Мы зачистили с тобой, да, вторую территорию полностью, причем. И здесь... Слушай, а вот это, что вот это за фигня? Не знаю, ребят, что это за фигня такая. Может быть, просто обновить карту, скорее всего, да? Мы с тобой забираем Ревард. Подожди, не то, вот это вот. Так, этот, капуста, горохострел, орех и бонгчой. И наш бамбукамен. Все, ребята. А что еще-то здесь надо сделать? Проходить только... Ну, тут этажи мы проходим. А сколько тут вообще этажей? Че? 33 этажа? Всего лишь 33 этажа? Ну, в принципе, ребята, это не так много. А я на каком? На 10-м. Ну да, 33 этажа. То есть, погоди, а вот эти вот карты когда откроются? Вот эти вот, вот эти локации. И вот здесь тоже мне интересно, как вот тут вот играть? Че, почему ничего нету? А. Мне нужно что-то определенное. Что-то определенное нужно, но у меня этого пока нету. Видимо, где-то заработаешь, наверное, на каком-то этаже, и потом тебя сюда впустят. Ну что, дорогие друзья, давайте, наверное, на этой ноточке мы с вами закруглимся. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в Растения против зомби 3. Ну а с вами был Рэй. Всем удачи и до скорого.